Девочки, мальчики, привет! Тема сегодняшнего расклада «Что разрушает наши отношения?» Будет аналитика на двух колодах, наверное, потому что давно не работали мы на Таро ночи, при этом она тоже очень классно же может прям раскрывать в этом подсознание. И, собственно, на Shadowland. Блин, слушайте, так удобно, когда коробка рядом лежит. Да, на Shadowland. Так, что еще хотела сказать? Ну, кому можно смотреть? Наверное, тем, кто влюблен, кто не очень, кто в подвешенном состоянии находится. Да, то есть мы будем смотреть те конфликты между вами, которые есть сейчас по факту. Сказать, что это любовные отношения, да, наверное, по большей части, потому что самый как бы основной момент, который вот вы смотрите, это все-таки отношеньки. Как бы вы там ни говорили, саморазвитие. Конечно, есть и отношения саморазвития. А неужели вам кажется, что в отношениях не бывает саморазвития? Мне кажется, отношения есть саморазвитие. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. Закрепленный комментарий под этим видео, да, с пониманием тайм-кода. Угу. И пока выбираете камешки, я тасую колоду, все-таки еще перетасую. Вот, и я давайте вам по традиции. Большая благодарность за то, что вы со мной. Вот. За то, что нам с вами по пути. И за вашу очень крутую обратную связь. Я, бывает, даже могу всплакнуть, если честно. Это красиво. И за вас где-то переживаю, понимаю, что что-то в вашей жизни меняется в плюс. Конечно, я переживаю, когда какие-то негативные моменты. Например, читала негативные установки. Помните недавно расклад? И, короче, пишите мне в комментариях истории там свои. Я, знаете, вот честно хотела просто всем ответить, но я понимаю, что это дискуссия, которая завяжется, ну, завяжется бесконечно, потому что, ну, ты же четко уже понимаешь, что вот чуть-чуть, и человек как бы дойдет, да, что просто бывает же иногда видно, где неправда, где немножко у нас линия мысли куда-то ушла не туда, и вот мы прям этого червячка все вытащить не можем. Ну, не все же люди готовы, поэтому я думаю, что я же лучше просто искренне буду переживать и надеяться, что вы сами дойдете, либо самовывозом, либо через, опять же, терапию, да, что и проблемы с деньгами решатся, и с отношениями. Вот что-то я это... Ладно, дайте расскажу, что мне... Ну, не то, что... Что мне триггернуло лично. Там женщина, девушка, не знаю, просто там женский ник, писала о том, что вот, Анна, вы говорите, что мужчин нужно уважать, как бы, а где их, типа, найти, ну, вокруг меня те, что-то там, кто не внушает уважение, но в таком контексте, там, если вы себя как бы узнали, ну, может быть, я чуть-чуть исказила, слушайте, ну, смысл-то заключается в том, что не нравится болото, вылазь, правда? Как бы вы сейчас на меня не ругались? Как бы вы мне сейчас не говорили, что это обстоятельства. Вот ровно во всех сферах одинаковый ответ. Не нравится болото, вылазь. Но тогда, когда вы вылезли, не обязательно, что нам, ну, понимаете, КамАЗ с пряниками перевернулся. Вы же должны еще где-то освоиться на новом месте, да, принять себе какие-то новые энергии, изменения там, качества своей жизни. Опять же, какие-то хотелки должны появиться. Да, старые какие-то цели уйти, там что-то новое должно случиться, да, момент перестройки, он как бы быстро не происходит. Но я уверена как бы в том, что если человек хочет изменений, да, по сути, все может измениться, но, понимаете, неизбежен только летальный исход. Там уже мы ничего не можем контролировать, к сожалению. Все остальное можем изменить. А почему, знаете, триггернуло? Потому что... Вот вам реально же иногда кажется, что я жестко по отношению к вам, да? А для меня это не жестко, потому что, ну, по отношению к себе было время, что я была намного жестче, чем к вам в самых жестких раскладах. Поэтому, может быть, у меня вот эта, знаете, планочка бывает такая, что я жещу, да. Но если бы я жестко не относилась к себе там в свое время, я бы не смогла жестить с вами.
Потому что мы же прекрасно понимаем, да, что это вот моменты еще где-то и личные границы, естественно, конечно же. Поэтому вот когда вы пишете, что достаточно жестко, ну, может быть, я где-то этого не чувствую, да? Нет, сейчас тоже, конечно, чувствую, что... замечаете, да, что энергия меняется. Потому что я стала себе задавать вопрос, а можно как-то по-другому? И вот сейчас, когда вот мне нужно делать для вас расклад, что разрушает наши отношения, у меня, знаете, прям мысль в голове села, короче, жопкой на трон, но мы сами разрушаем, да, все, все, вся психотерапия закончена. Что ты там скажешь, там, по трем вариантам, Ань? Сами всегда разрушаем. Ну, будем смотреть, потому что, может быть, есть какие-то моменты, которые неосознанно происходят с точки зрения нас, там, партнера и так далее. Можно ли смотреть расклад для тех, кто сейчас на расстоянии находится? Да, почему нет? Я сделала на это акцент. Так, все, закрепленный комментарий под этим видео, да, с пониманием тайм-кода. Вот такая вот у нас болталка получилась. Ну что, единички. Мы сейчас будем анализировать, да, температуру по больничке. Я понимаю, что вы очень любите все эти психологические портреты, чтобы вас посмотрели, партнера. Но мы буквально одной картой вытащим, что за тип отношений-то у нас, да? Что за тип отношений сейчас? Ладно, будем работать на прямых позициях. Ну, смотрите, как это сказать, не эта дружба, может быть, да, формат где-то френд-зоны, а формат очень теплых каких-то дружеских отношений, как бы по шестерке кубков. А когда люди, например, знают друг друга с детства, когда они многое прошли, понимаете, когда им очень просто расслабиться в обществе друг друга, собственно, быть там детьми условно, да, то есть тогда, когда мы немножко можем отпустить контроль. Давайте. Все-таки одной карты. Кто вы для вашего партнера? Одной карты буквально. Кто вы сейчас для вашего партнера? Знаете, он на самом деле сам не знает. Ну, очень интересная сама по себе семерка пентаклей, да, это такой ждун, короче. То есть он вот смотрит, куда его, значит, выведет его личная дорога там из желтого кирпича. Поэтому вполне возможно, что он немножко вас подвесил в режим ожидания, а хотя бы по той причине, что, может, он выбирает, понимаете, хищные женщины его вокруг окружили, и он, значит, в режиме ожидания. Потому что, видимо, неверный шаг его сожрут. Растащит на кусочки. О чем еще здесь семерка пентаклей? Такой ждун. Сейчас, нет, просто интересно, что-то я прям немножко в осадок выпал. Ладно, а он для вас? Вот интересно, кто же думал, он или вы? Тут какое-то такое немножко кривое зеркало. Если он не свободен, или полунедоразведен, да, вот ощущение, что он вас подвешивает в режим ожидания. Если все-таки у вас отношения, ну, более прозрачные и оба человек свободные, вот он смотрит со стороны и думает, блин, ну вот что она ждет, да? То есть либо слишком высокая планка, либо сама она не понимает, что она, собственно, хочет, да, вот в таком ключе. Но при этом, если это второй вариант, и вы знаете, собственно, что человек свободен, он тут вот немножко осуждающе относится либо к вашему выбору мужчины, либо, может быть, считает, что вы тут перебираете слишком уж, да? Планка там высокая, да, или там сами виноваты, потому что что-то делаете не так. Угу, хорошо. И получается, а он кто для вас? А он что, не видит ваши чары женские, я правильно понимаю? Или это женская его энергия, перевернутая императрица? Или его жена беременная? Что за история? Ну тогда мы почему отношения-то смотрим? Блин, какой-то момент ожидания, сопротивления. Что за история? Так, ладно, а кто он еще для вас?
Ух ты. Такая связка интересная. Слушайте, точно свободен? Угу. Смотрите, если свободен, это вот момент, что он либо вас не выбирает для отношений, такие, какие вы хотите, а вы хотите с ним серьезных отношений, да, такой перевернутый император. Но что-то у меня ощущение, что у мужчины тоже все-таки есть женские качества, прям сильно выражены, которые, скорее всего, он блокирует для себя, да, такой немножко. Женственное, не совсем правильное слово. Сейчас, подождите, почему император перевернутый? Короче, не маскулинный парень, да? Вы знаете, у вас вот ощущение, что с этим человеком связаны какие-то напрасные ожидания. Не дождалась или все дождаться никак не могу. Окей. Подождите, а вы считаете, что у вас семья? Вам бы этого хотелось, да? Перспективы там мы видим по семерке кубков. Или устали мечтать об этом? А для него что? А для него что это такое? Вы знаете, у меня ощущение, что здесь дурно воняет треугольником. Вы сейчас в какой-то очень интересной еще стадии, а знаете, когда у этих отношений однозначно есть ресурс, но непонятно какой, потому что иногда же бывает, что люди расходятся, и это для них, да, ресурс. Но вы в семерках на самом деле, как бы вы в кубках, а он в мечах. Угу. А что за самообман такой? Тут какой-то момент соперничества, как-никак, понимаете? Боже, сколько семерок здесь. Все семерки выпали. Кубки, что-то не видел. А, пентакли, да, и мечи. Тут что-то важное между вами происходит с точки зрения высшей силы, что конкретно поймете чуть позже. Сейчас. А куда эти семерки должны вывести? В неопределенность. Ну, приехали. То есть, в принципе, здесь должно быть как-то принятие решения. Да, 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 нет, нет. А нас опять как бы выводят в эту неопределенность. Слушайте, ну, у меня что-то это прям воняет не треугольником уж. Простите меня, пожалуйста. Ну, не всегда у нас как бы треугольник про любовную какую-то историю. Мама, может, вмешивается, понимаете? Ваше, его, что-то такое. Да? То есть, здесь явно есть вмешательство третьих лиц. Однозначно. Ну, то есть, с вашей стороны абсолютно какая-то неожиданная история. Что я вообще не ждал. Давайте. Как он сам считает, что разрушает ваши отношения? Нет, давайте еще раз. А каких отношений сейчас конкретно с вами хочет? Что-то новое, да? Потому что, собственно, карта страшного суда. И здесь либо как бы заканчивать, либо на старой дрожжи, может быть, да, так возобновление истории. Ну, слушайте, страшный суд. И о чем здесь для него этот страшный суд? Принимать какое-то решение относительно чего? Угу. Смотрите, либо рубить эту связь. Время как бы очень яркие действия, да? Либо реально где-то рубить. Почему? Что за действие это вообще? Ну, потому что, слушайте, либо он не свободен, либо здесь у нас по шестерке мечей все-таки вмешиваются люди однозначно в ваши отношения, но это, скорее всего, какая-то семейная история. Это мама, может быть, это могут быть какие-то финансовые обязательства, понимаете, отношения на расстоянии, как бы прочее, прочее. То есть здесь, понимаете, шестерка мечей как причина, но причина, понимаете, она не всегда в человеке. Сейчас даже конкретно посмотрю, в чем причина. В чем здесь причина? Причиненного ущерба вам. В чем причина? Он от вас бежит. Вернее, знаете, как не совсем от вас, потому что это не чувство страха, да, но это прям вот какое-то желание снятия контроля, там, потеря головы, да.
И он будет, как это сказать, как это, плохая мина при серьезной игре, вот в таком ключе, понимаете? Дать вам то, что надо вам, он не может или не хочет, но при этом он не хочет как портить отношения, получается, да? Но, кстати, вот если уж вы не знаете, что там может происходить, вот эти вот две карты, это просто ребенок, и карта мир, это беременность. И здесь вот такое ощущение, что еще ваши отношения это может портить? Какая-то на стороне беременная женщина, либо беременная жена, например, понимаете, которой вообще не нравится, что вы там с ней общаетесь. Или резко, понимаете, девочка какая-то забеременела. Может, родственница ваша, дочка. Это карта беременности. Так, а что это для него? Так интересно, да, я бы хотел, но... Опять это фигура в простыне. Обстоятельства, он говорит, обстоятельства. Хорошо, а он вообще считает, что ваши отношения что-то разрушают? Или его как бы все устраивает? Ну, мне вот двух показывает и все. Слушайте, если вы прям четко уверены, что как бы никого там нет, ну, может быть, это просто не ваш вариант. Все ли его устраивает в ваших отношениях? Он очень боится вас терять, однозначно. Видите, такая интересная десятка мечей. Очень боится вообще завершения. Это все ощущение, что он прям за ниточку держится. Да? Почему вообще? В чем здесь причина? Здесь какое-то то ли интеллектуальное общение очень крутое, перспективы совместно на зарабатывание денег. Да? Хорошо, а кем он вас видит вообще в этой ситуации? Кем вас видит в этой ситуации? Мозг? Туз мечей. Ну, у меня ощущение, что, знаете, что он будет вас подталкивать, чтобы вы сами разрушили отношения. Давайте так. А он хочет, чтобы вы разрушили отношения? Было бы прикольно, да? То есть он как бы сам не знает, у него карта Луны, и то есть он, ну, разрушится, разрушится. Но у меня ощущение, что все-таки вас подталкивает. Ой, что за история интересная по первому варианту? Тут такие перипетии. Как правило, да, тарологи читают, что вот эта история все достаточно ровная, что-то из серии. Ой, он там типа жену не любит, любит вас. Нет, интересно, кто по первому варианту меня смотрит? Любовницы? Или мы смотрим на бывшего мужа? С кем хотим возобновить отношения? Ну, о чем здесь перевернутый император все-таки? Еще раз, он отношений с вами хочет? И каких отношений? На расстоянии, ну, держать, понимаете, вас как? Либо здесь такой момент, что если мы смотрим на человека, с кем мы там в браке находимся, условно, это страх раздела имущества. Что, пентаклики здесь присутствуют в твоем интересе? А о чем здесь карта смерти? Вот вы что-то ему даете, я не знаю, либо пентакли, там любовь, какие-то ресурсы, он дико боится это все потерять, понимаете? Боится остаться с голой жопой, понимаете, в кукурузном поле. Хочется и колется, да? Хочется и колется. Еще раз. А как он видит, какие бы отношения с вами хотел? Ну что, классика жанра, да? Ты такая вся хорошая, добрая, понимающая, а моя жена там учка крашена, да? Плюс еще, видимо, там... Если она еще беременна, какой-нибудь гормональный сбой, да, у девочки там может еще быть всяко-разно, да? То есть он, получается, к вам сбегает как за отдушиной определенной.
Давайте так, что от вас хочет? Чтобы вы всегда ждали, понимаете? Чтобы, может быть, это были, знаете, ваши чувства какие-то красивые, возвышенные, чтобы вы как соль всегда его ждали. Крутой мужик, что могу сказать? Давайте так, а чувства есть по отношению к вам? Нормально так, режим ожидания, да, подвесил? Чувства есть? Зачем ему это надо? То есть когда-нибудь потом, да? То есть вот, когда пришел, тогда и вовремя. Ой, не очень я такие ситуации люблю. Давайте так. Сейчас на более мягкой колоде посмотрим. Что разрушает отношения? Что разрушает отношения? На самом деле, я так понимаю, что это уже все, как это называется, вялотекущая шизофрения, да, невозможность принятия решений, не отсечения, короче, как это называется, как собака на сене, да? Есть вот это ощущение, что подвешенное состояние? Туз мечей переворачивается. То есть нет решения, но при этом нет решения, знаете, которое удовлетворит обоих, потому что все-таки туз мечей – это воздух, да, это нет, как это сказать, нет стратегии правильных поступков. Что я должен сделать, да, здесь, в этой ситуации? И вы тоже не знаете, что делать. Ну, говорю, ситуация зависшая сама по себе. Что вас не устраивает в отношениях, давайте. Понятно. Это ожидание, это одиночество, это вам кажется, что это какая-то кармическая история, что вас с этим человеком связывает, да, как бы карту, конечно. А его что не устраивает? Чувство к вам. Чувство по отношению к вам, ну, наконец-то вылезло. Или его не устраивает его собственная любвеобильность. А что для него это любовь по отношению к вам? Что для него это любовь? Понятно. Это запретные чувства, это невозможность максимально, видимо, удовлетворить там свои желания, да? И это когда-нибудь потом. Это когда-нибудь потом. В следующей жизни, когда он станет кошкой, видимо. Угу. Давайте так, насколько серьезно он вас воспринимает? Женщина его жизни? Нет, вы тихая гавань. Знаете, девчонки, есть такое понятие, женщина тихая гавань. Там, видимо, где совсем ему прям делают мозг, он такой пришел к вам в тихую гавань. Хотя он будет говорить вам, да, ты моя любимая женщина, ты моя любимая женщина, только ты меня понимаешь, ты моя любимая женщина. Может быть, где-то, когда расслабится, скажет. Готов ли он как-то проявлять чувства и эмоции по отношению к вам? Сексуального характера, да. Там такой рыцарь жезлов. А что в кубках? Готов ли он там сказать любви своей? Вы знаете, у меня ощущение, что он делает это как-то иносказательно, потому что он боится, что вы его не поймете, может быть. Боится быть неправильно понятым. Всемирная история, банк Империал. Так, я на этой колоде еще спрошу. Как ты думаешь, что разрушает ваши отношения? Это тупик. Тупик, и ты вот не знаешь, что с этим делать. А еще, кстати, денежный вопрос. Он что, вам денег должен? Или вы ему? Так, о чем здесь у нас денежный вопрос? Да, слушайте, но вы как бы в плюсе-то здесь, да? Либо, понимаете, нужно вам уделять больше времени, он к этому не готов. Опять же, по шестерке пентаклей женщина, с которой нужно считаться, денежный должок. Ой, вы ж мои бизнесменши, да по первому варианту. Офигеть. Нас всех испортил квартирный денежный вопрос, да?
Хорошо, а как вы считаете, что ваши отношения с ним разрушает? Конкуренция, да? Женщина другая. Угу. Я все убита, я ничего не могу с этим сделать. Что, совет от высших сил, да? Совет от высших сил, но мы возьмем его на. Где мое дикое неизвестное? Кто мне подскажет? Слушайте, прям не вижу под рукой, недавно работала на этой колоде. А, вот он. Совет от высших для вас с этим мужчиной. Вы за него цепляетесь, да, прям хватаетесь как за отдушину. А он в браке, да, получается? Или он вам его не предлагает? А чем здесь сарафан по отношению к вам? Семерка. У меня ощущение, что у него есть какая-то уже паучиха личная, понимаете? Есть уже паучиха личная. А у вас что? Слушайте, ну тут тоже какая-то история, я так понимаю, что ревность-то с его стороны, потому что он показывает, что она же тоже при мужчине-то, да? Или разведенная, что тут такое? Что он еще видит-то? Сама, говорит, где-то что-то в себе запуталась. Но я почитаю все-таки десятку кубков, как запутанные в собственных чувствах. А у него что? А ему страшно, понимаете, выбираться из своего кокона. А что будет, если он выберется? Ну, прекрасно же понимаю, что восьмерка мечей очень часто еще и надуманные проблемы. Он будет прикрываться, понимаете, обстоятельствами, обязательствами, потому что он понимает, что если он потеряет контроль, его в вашу сторону понесет просто с бешеной скоростью. Он просто перестанет себя контролировать. Какие-то прям очень сильные сексуальные фантазии. Что-то вообще прям клинит на вас. Может, не только на вас? Тут еще я могу, знаете, для кого читать? Для закодированных и для зависимых. Все-таки луна вылезла. О чем она здесь? Да, слушайте, здесь прям помощь ему нужна, он реально зависимый. Оказание помощи. Колесница, луна. Вообще, как даже на какие-то реабилитационные центры, кстати, похоже. Странно. А вы в этой ситуации кто? Женщина, которая не понимает, что ему сложно, да? Да, что он действует сейчас не может. Что потерпеть нужно. Что-то, короче, в таком ключе. Так, блин, слушайте, при этом жрица, да, и маг перевернутый. Но вы мне простите, я вас семью не вижу. Хорошо, давайте. Прям бьюсь уже, знаете, за вас до последнего. Он вас вообще семьей видит? Потенциале, да, смотрите, туз жезлов перевернут или бывшей семьей своей, или дополнительной семьей своей. А вы его? Император, императрица. Вы мне говорите, да, мы муж и жена. Но подождите. А почему тогда треугольник у нас, да? Карта влюбленных, понимаете, карта ложного выбора еще. Это точно вот этот мужчина вам нужен, если мне показывают неправильный выбор? Кого он там неправильно выбрал? Ли вы неправильно выбрали? Ну, что-то да, есть ощущение. То, что у вас какое-то прямо уже эмоциональное выгорание, вы же готовы в новое идти, потому что, скорее всего, просто сил нет, да, подвесил вас как паука, понимаете, пьет ваша кровь. Вот ощущение, что ему прям это льстит. Вот какой-то момент все-таки задет его эго. Потому что он достаточно высоко вас ценит.
но ценят именно, знаете, какие-то внешние качества, харизму, возможно, активность жизненную. Ему прям прикольно такую женщину подвесить, или, знаете, так вот иметь, как запасной аэродром. Просто если я читаю для людей, которые достаточно давно в паре, ну, как бы поймите, что вот он прям уже отворачивается спиной, потому что сильно подперегорел-то. С одной стороны, ему льстит, что вот женщина с ним такая, с другой стороны, давно ему хочется в новое, вполне возможно, что ему даже есть куда идти в это новое. Если читаю для любовниц, ну, чуть-чуть там перемотайте, да, расклад, я прям обращалась к вам. В общем, вот такая ситуация. Что разрушает отношения? У меня ощущение, что это прям действительно третьи лица, это все уже поломано, разрушено достаточно давно. Нет, я знаю, что вы бы, конечно, сейчас хотели услышать, чтобы я сказала, ой, да его, значит, это приворожила девка какая-то, и вы бы могли быть счастливы, если бы не вот эта вся история. Если хотели увидеть магию, первый вариант я явно читала не для вас. Ой, боже, еще и башня у вас у обоих. Это, знаете, как вот вы прям проходите такую определенную очистку, нужны вы друг другу или нет. Вот тут вот прям Санта-Барбара в первом варианте. Двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть, что у вас. У нас сегодня прям специфически работают Таро, специфически абсолютно. То есть я прям читаю действительно какую-то Санта-Барбару. Вот я надеюсь, что у вас тут по-другому все будет. Давайте, загадывайте партнера своего. Парадоксально, да, что мы, тарологи, не всегда любим, когда нас называют гадалками. Ну, я очень люблю. Это смертельная обида. И говорим, загадывайте партнера. Мы же читаем. Не знаю, потому что для меня лично гадание – это угадывание. А это как пальцем в небо. А, вот эти вот три карты, они вот это означают. Давайте. Вы загадали партнера? Простите, прям чуть кислорода не хватает. Угу. Так, что мы с вами смотрим? Мы сейчас как бы с вами смотрим там, с точки зрения высших сил, условно, одной карты, что у вас за отношения, да, с человеком. Вот это. Тут просто две карты тянется. Ладно, вытяну одну. О чем здесь? Денежки меня любят. Знаете, здесь, наверное, все-таки про выгоду, про отношения партнерские, про то, что, как это сказать, два человека с адекватной самооценкой. Просто здесь не вижу разворота все-таки в любовную любовь. Либо это достаточно длительная история уже по восьмерке Пентакли, да, огонь, воду, медные трубы прошли, потому что сказать, что это только самое начало, вряд ли. Дайте все-таки еще одну карту, я не могу понять, свежие отношения или не свежие. С одной стороны, нам показывают прям выход восьмой пентаклей. Но чует моя чуйка, что где-то здесь у нас собака порылась. На мужа смотрим, на женатого человека. Или кто-то в этих отношениях будет являться учителем для другого, да? Кто-то получается более статусный. Директор подчиненный. А разница в возрасте еще может быть. Чё, какой-то прям вариант. Тут
Тут партнер один будет пытаться дотянуться до другого. Один как-то себя хорошо чувствует, а у второго то ли стесненные обстоятельства какие-то сейчас, да, то ли ресурсов меньше. Это какие-то неравные отношения, кстати. Вот, потому что это один тащит. Он, ну, смотрите, здесь только один партнер тащит восьмеркой, да, тащит выравнивание. Ой, либо один деньги зарабатывает, либо один обеспечивает какое-то гармоничное существование этой паре. Знаете, я не знаю, брак или нет, но в старину такие вещи назывались моветон. Да? А это как бы дурной тон, да? Это партнеры, которые друг другу не подходят, либо, понимаете, один дурак, а вторая умная, да? Или наоборот, какая-нибудь такая тпшечка, а он, значит, такой очень интеллектуальный персонаж. Это разница социальная, может быть, да? Там, я не знаю, когда у женщины трое детей от предыдущего брака, да? А ему, там, не знаю, там 19 лет, и он говорит, что он ее сильно любит. Ну, то есть, вот здесь вот прям какое-то прям сопротивление внутреннее. Вот читаю и все. Хорошо. Хорошо. Так, давайте. Он кто для вас, да? И потом вы кто для него? Как вы его сами для себя видите? Ну вот, вот, я говорю, разница, смотрите. Потому что всего лишь паж пентаклей. Либо человек перспективный, либо человек, у которого действительно раньше что-то было, там статус какой-то, может быть, там деньги, семья, но он потерял, он только по пажу, понимаете, сейчас. Он только-только начинает, видимо, свой путь. Блин, либо разница в возрасте. Сейчас я раскрою вашего пажика. Да, он будет пытаться казаться значимым, чем он есть. Угу. У меня ощущение, что вот даже вы подсознательно можете немножко удержать на стороне. Да, да. Перевернутая императрица еще. Вы что, в маму ему выйдете? Не, ну не совсем, конечно, мама, что ж. Потому что такое бывает, что мы в отношениях роль матери проигрываем, понимаете? Его мать там может вмешиваться. Он тоже такой, знаете, достаточно закрытый. Обратите внимание на двойку кубков. Вот они вроде как пытаются соединиться туда со своими этими. Что-то у морских коньков. Но они не соединяются. Нет. Да, он боится отношений, боится, видимо, идти в близость, да? Нормальные, адекватные отношения, да, он боится идти, вообще женщин боится. И у него будет тяга к женщинам старше, однозначно. Тут надо смотреть, почему. Они умнее, что ли, получается? Хорошо. Блин, я что-то опять, мне кажется, это... Рокировка у меня, да? Хотя нет, можно в принципе так, потому что мы смотрим, кто он для вас, да? И кто вы для него. Вот, вот сейчас мы увидим, мама или не мама. Ну прям, знаете, я уже прям это делаю ставку. Держу кулаки, чтоб не мама. Что-то вы для него, видимо, все и ничто одновременно рассыпал мне колоду, засранец ваш. Прям это. Шкодит, короче, такой, да? В тапке написать готов. Как котик такой, да? Давайте. Кто вы для него? Знаете, наверное, источник вдохновения, потому что сказать, что вы его любимый человек, ну уж... У вас женская энергия у него, ну, в смысле, что у него женская, у вас мужские. Нет, давайте я буду читать все-таки, что источник, понимаете, какого-то творческого вдохновения. Кто еще для него?
Как он прям вцепился в вас. Мое, говорит. Четверка пентаклей. Ну, знаете, вот... Вы как-то что, его холодно держите? Потому что он бы хотел, чтобы вы больше эмоций проявляли по отношению к нему. Такая эмоциональная жадность еще немножко. Он такой, знаете, эмоционально нестабильный. Я так понимаю, что вы немножко можете ведро холодной воды, да, на голову вылить и так немножко подприземлить. Либо своей мудростью какой-то женской, либо опытом. Опытом берем, да, девочки? Сексуальный, да, персонаж по королю жезлов для вас. Очень. Очень. Что еще? Прям мечта, да, смотрите. Прям мечта. Мужик-мечта, короче, здесь у нас нарисовался. Ну ладно. Мечтун, значит, у нас, да? Женский сердец. У меня ощущение, что он просто это вам транслирует. Ладно. Давайте. Как он считает, что вы за отношения? Высшие силы нам подсветили. А он как сам считает? Ну, он же не Альфонс. Может, это просто его какая-то голубая мечта? С одной стороны, конечно, птичка-то, да? Девятка пентаклей. А, любовь там к деньгам, комфорту и так далее, все это, да? Но птичка-то в клетке. И для него, видимо, любовь и деньги это какая-то отдельная штука, и вполне возможно, что он для себя, например, там просматривал, что я бы мог, например, наступить на горло там своей любви, там, ради комфорта, который дает мне там женщина, которая этого комфорта уже достигла без меня. Видите, как я завернула? Угу. Почему он считает, что это разрушает ваши отношения? Считает ли он вообще, да? Давайте так, поправочка. Считает ли он, что вот эта разница, она разрушает ваши отношения? Нет. Нет. Он вообще считает, что все хорошо. По четверке-то жезлов. Ну, вот они, паучки, обнимаются, на каких-то жезлах сидят. В своем каком-то выдуманном мире. Впереди рай, счастье и замок из песка. Давайте так спросим. Как он считает, что вообще может разрушать ваши отношения? Его прошлое, он говорит. Прошлое. Угу. А что было в прошлом? Что за конфликты? То есть он что-то скрывает от вас, да, свое прошлое? Потому что если он, видимо, расскажет все, что там происходило, вы от него можете отвернуться, да? Да у него какое-то... Что-то из серии, что то ли не такой, как все. Может, тонкая душевная организация. Кто, знаете, этих ребят разберет. Что-то такое, знаете, прям вещь в себе. При этом луны я не вижу. А вот такая четверка кубков, какой-то прям передоз чувствами и эмоциями. Я не знаю, но может быть просто в прошлом там было просто пробы ставить негде. А вы его тут отмыли, как кузнечика. Помните вот этот мультик? И, блин, такая четкая ассоциация со вторым вариантом. Советский мультик про кузнечика. Помните, когда это домовенок кузнечика, как его, это Баба-Яга, да? Помните, отмыла, причесала, завернула, короче, в тесто. Я не знаю, как вы, но я в детстве орала: «Кузнечика, беги!» А ваш кузнечика бежать не хочет явно.
Слушайте, блин, я понимаю, что история точечная, но я же прям для кого-то сейчас конкретно читаю. Мне так интересно, что-то. Так, ладно. Ладно, ладно. Понятно, что у него тут, видимо, какой-то прям огонь, воду и медные трубы прошел, товарищ. Что-то он скрывает от вас. Угу. Как вы сами считаете, что разрушает ваши отношения? Началось в колхозе утро. Он что, несовершеннолетний? Справедливая семерка кубков. Что разрушает ваши отношения. А, все прямо, короче, девочки. Это, знаете, серии «Мечтать надо о великом», но при этом я как бы понимаю, что как бы наш союз, он что-то совсем прям не камильфо. И здесь я просто по справедливости как бы сама себя останавливаю, да, типа куда ты лезешь, там, окстись или там, ну, вот что-то, как мы женщины это говорим, все. Вы, короче, сами себя останавливаете, да, от того, чтобы, видимо, в этого всего красавчика эротичного, да, упасть с головой. Да. Вот ощущение, что вы сдерживаете, да, от того, чтобы там показывать свои эмоции. Или это именно про то, что... Я же понимаю, что тут не совсем понятно, оно все серьезно, не серьезно, как он ко мне относится, серьезно или нет. И вполне возможно, что мне нужно подождать еще какой-то другой вариант. Вот такой тоже может быть. Какая-то социально неодобряемая история абсолютно. Давайте. А что он в дальнейшем-то вообще от вас хочет? Слушайте, вот ощущение, что вы через свою мудрость, через свои связи, через свои финансы, через что-то еще проталкиваете его на следующий уровень. Он двойку жезлов хочет. А двойка жезлов, обратите внимание, я понимаю, что мне могут смотреть люди, которые далеки от Таро. У нас здесь есть хрустальный шар, то есть он смотрит в будущее однозначно, понимаете? И вот ощущение, что вы как будто он прощается с какой-то старой своей жизнью или частью своей личности. И вот ради с вами, понятно, что во все тяжкие это тоже метафора, но у него начинается что-то новое, понимаете? По двойке жезлов. Короче, он что-то хочет нового с вами. Либо новых впечатлений, либо какой-то, опять же, новой жизни, чтобы вы его там вытащили, видимо, да? О чем для него двойка жезлов здесь? Что он нового-то хочет с вами? Семью? Десятка пентаклей. Момент либо финансового дохода по десятке пентаклей, какое-то прям благополучие, собственное при этом, да? Собственное благополучие. И он такой, знаете, прям демонстрирует свою жертвенность, потому что ему кажется, видимо, что если он будет своими бархатными глазками заглядывать вам в глаза, да, то вы как бы очень быстро растаете и прям протащите его как бы из состояния жертвы вот этого, да, по повешенному, это летучая мышка, в какое-то ресурсное состояние. Прикольно. Давайте так, а что он вам дает вообще по чесноку? Зависимость, да? Ощущение какой-то тревожности, зависимости, накручивания себя, внутренний диалог, о чем? Понятно, какое-то навязчивое желание, которое я в себе пытаюсь погасить, да, по дьяволу. Какие-то иллюзии относительно себя. Потому что что, хочется думать, что это любовь? Давайте спросим, чувства есть? Я, понятно, что я еще пока не заканчиваю расклад, но мне уже прям немножко хочется резюмировать. Вы знаете, что разрушает отношения? Вот вы реально разные. То есть у вас, как это сказать, одни представления о жизни, у него совсем другие. Вот этот момент потребительства, который вы не принимаете для себя, потому что, скорее всего, вы привыкли отдавать, да? Он прям очень четко демонстрирует, что вот так можно, да? Давайте. Как он сам считает, что разрушает отношения? Еще раз прошу, потому что на самом деле в этой колоде он не так не считал. А в этой колоде считает, что что-то разрушает отношения? А что все затянулось по четверке мечей? Чего он себя одиноким-то чувствует?
Вы что, эмоционально перестали вовлекаться в его тонкую ранимую душу? Да, вот вы как-то прям не, как он говорит, как на контакт не идете, да? Вы в чувства, в эмоции не идете. Что-то в своих процессах. Там. Боже, да он ничего внятного ответить не может. Вот клянусь. Еще раз. А кем себя сейчас видит в отношениях с вами? Понятно. Короче, ему отношения с вами, чтобы от себя сбежать. Ну, приколист вообще мальчик. Ясно, ясно. Потенциал, да? Сбежать, короче, от себя. Раствориться в вас, да? Спрятать свои комплексы. Хорошо. А для вас? А для вас? Понятно. Мужчина, который вас раскрывает, я вся такая прям сексуальная, я горю, я цвету. Я стала покупать себе красивое нижнее белье, записалась к стилисту, похудела на 5 килограмм. Бабочки в животе, да? Угу. Вы в нем чувствуете силу, да? То есть вот, несмотря на вот это вот какой-то разболтанный, расхлябанный стержень, ну, может, вам со стержнем-то повезло, не совсем тут это, не хочу на Монара читать, это как бы, мне даже интересно, что вас держит вместе. Понимаете, вот в нем чувствуете силу. Какую-то прям маскулинность, доминирование, может, заботу, да? Что еще чувствуете от него? Вы явно с ним можете расслабиться, да? То есть мы из королевы мечей, женщины решительной, такой женщины, которая вечно на страже своего интеллекта и своей репутации, да? А идем в огонь, понимаете? В какое-то безрассудство, возможно, да? Нам как бы в этом всем хорошо. Ну, в принципе, что, компенсация дает почувствовать себя любимой, желанной. Я типа все могу. Совет от высших. Так, что-то мне за шпион затесался. А, нет, просто перевернулись. Так. Вам, да, сейчас получается, берем совет. Можно я на этом закончу? То есть, если вам кажется, что здесь все-таки, ну, может что-то получиться, то вы поймите, что если колесо фортуны разворачивается в другую сторону, и вы вдруг оказываетесь ниже, ну, по социальной лестнице, там, не знаю, меньше денег, меньше связи, еще и там чего-то, он тут хвостиком... Ничего не ответила рыбка, да? Хвостиком махнула. И как бы осталась наша старуха ни с чем. Чувства есть у него по отношению к вам? Пятерка пентаклей. Он вообще любить умеет? А у вас? А у вас? Тоже какие-то сложности. Вы не хотите, потому что вы, видимо, чувствуете в какой-то момент... Может, что неискренности? Мы боимся прям эти чувства. А почему по семерке жезлов? Очень сильно хочется, но боимся. Ой, как сильно хочется. В эмоционально-чувственную сферу прям с головой. Ну, видимо, не от него, да? Потому что от него что-то как-то прям... Ну, он ладно, он дальше что-то будет прям такое делать, чтобы вы понимали, что прям серьезное, что с ним можно действительно пойти... Что-то очень классное, крутое для вас. Что-то будет для этого делать? А он умеет вообще? У него энергия есть на это? Почему у него такой запрет? Почему двойка мечей? Потому что на старых отношений еще не вышло, девочки. Что за история? О чем здесь двойка мечей? А он не знает как. Понятно. Все. Ну зачем? Вы все сделаете. Пусть мама услышит. Пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывало на свете, да, что были потерянные дети по второму варианту. Мамонтенок, короче, наш. Мамонтенку при этом может быть под что-то там, да, нижнюю часть туловища лет. Ну, вот такой вот, да. Позиция интересная получилась.
Зато вот, видимо, он считает, что в этом его ресурс. А дать-то ему, по сути, нечего, да? А что он может дать вам? Энтузиазм, потенциал, жезлы. А, ну эту серию просто напинать, понимаете, вас, чтобы вы, собственно, там своими руками протащили его в прекрасное будущее. Ты классная, ты сможешь, у тебя получится. Ну, как бы, да, ты при чем? Ой, давайте я еще совет возьму. Просто я понимаю, что он, с одной стороны, вас эмоционально включает, так достаточно неплохо. Давайте сейчас прям уже у злого деда спросим. Я хочу эту ситуацию распутать все-таки. Так что, девчоночки мои, из других вариантов, если слишком затягиваю второй вариант, сорян, я прям разобраться нужно. Я мотивацию хочу понять. Давайте, истинная мотивация юноши по отношению к вам. Угу. А у вас? Понятно. Он ваш шанс, получается, а у него что за запреты-то полезно? Почему? Опять социальное одобрение какое-то? А у вас шанс на что? На гармонию какую-то? Короче, смотрите. Дружить – да. Идти в отношения – нет. Потому что явно, понимаете, здесь поболее для него ресурсов от вас, чем у вас от него. Хорошо. А при условии, если... Давайте так. Взрослые люди. Что там с близостью-то у нас? Что... Давайте так. Что вас держит? Есть, короче, да, тут за что держаться? Или так себе? Подождите. Это он ваш потенциал раскрывает? Или вот постоянно в каком-то подвешенном, ну, ощущении, ожидании, что вот-вот оно начнется и случится? Ну окей, внимание вы получаете, да? Намеки на какую-то свою там чувственность, и то, что я красивая женщина, там, ну, там говорит вам, вы это все чувствуете, это да, все есть. Что вас держит вообще с ним? Давайте по-честному. Ясно. Вас держит ощущение собственной самооценки рядом с ним. Вы за это ему, да, готовы простить? Хорошо. А его что держит рядом с вами? А его что держит? Угу. Пятерка воздуха, пятерка мечей. Ну, понятно, что он пытается сбежать из своей жизни. Там вас, видимо, как бы, да, накрыться вами, спрятаться. Угу. Что держит? Да вы его шанс на изменение ситуации, которая у него сейчас негативна. Шанс. Шанс вы его. Вот, знаете, я прям была в состоянии искушения сказать вам, что разрушило отношения. Нет, они не разрушены абсолютно. Нет, они не разрушены. Ну, то есть вот, по крайней мере, ему кажется, что он делает все, чтобы они были в плюсе. Ну, скорее всего, через вот эти комплименты, что ты роскошная женщина и так далее, да? Он прям, видимо, поддерживает интерес к себе. Вот такая была love history для второго варианта. Боже, какие интересные ребята вообще приходят. Что по первому, что по второму. Здесь прям какой-то замес нам дает. Shadow, да, когда прям вытаскиваются прям все эти теневые аспекты, которые, в принципе, вполне логично, что должны быть в этой колоде. Она какая-то недобрая, правда. Нет, ну может я опять кому-то жизнь спасу. Вытащу вас все-таки из лап иллюзии, абьюза.
Потому что у меня ощущение, что вроде можете позволить себе больше, а вот это середнячок. Троечки, я вас приветствую. Давайте смотреть, что у вас за игры разума. Так, 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 где моя прекрасная колода? Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада, что разрушает наши отношения. Что разрушает наши отношения? Так, давайте. С точки зрения высших сил, что у вас там за отношения, да? Одной картой. Пока одной карты. Что это такое? Понятно, это зависимость, это какие-то страхи, это недосказанности по девятке мечей, какая-то эмоциональная яма. Вот действительно, тут по третьему варианту будем смотреть, что же конкретно разрушает, потому что здесь прям звоночек. Сейчас. О чем здесь? Опять квартирный вопрос испортил. И сердце тревожно в груди. Кто денег хочет, он или вы? Или здесь, получается, каждый ушел в зарабатывание денег. Что-то какая-то, блин, апатия. А ощущение, что одному партнеру сильно пофиг на другого сейчас. Один партнер прям пытается на другого воздействовать, а второму так пофиг, если честно, прям пофигу. И вас вместе держит страх опасности, да? То есть, может деньги, может какие-то проекты. Сейчас еще почитаю этого рыцаря Пентаклей. Какие-то предложения финансовые, еще что-то. Да, что вас зажигает вообще, да, что дает, может быть, ощущение контроля над ситуацией, управлением энергиями. Это либо вот какая-то общая зона безопасности друг для друга, да, либо это реально как-то связано с финансами. Либо у партнера, либо у партнерши, а страх потерять еще и финансовую, собственно, да, стабильность. Ладно. Вы для него кто? Вы для него кто? Я не могу понять, а кто к кому интерес потерял? Вы к нему или он к вам? То есть ему уже не интересно, а как ему? Вы как знаете, как будто вот разными жизнями живете. Или он считает себя неинтересным. И, кстати, по этому поводу очень много рефлексирует по перевернутому отшельнику. У вас что, кризис в отношениях? Как он сам считает? Дайте еще одну карту. Кризис. Но вроде как что-то пытается, да, там поменять или пытался поменять, но, собственно, надежда уже умирает, да, на какие-то перспективы, если еще не умерла. А он не знает, кстати, есть ли перспективы или нет. При этом есть какой-то страх потери, я не знаю, то ли вот вас как человека с кем. Ну, какой-то вот длительный опыт, понимаете, существования вместе. Я сейчас про свежих пар вряд ли буду читать. Про свежих пар. Про прокисших читаю. Боже, что мы. Так. Ну, шутки шутками. Угу. Он для вас кто? А вы сами не знаете. Слушайте, либо не знаете, либо у мужика раскормленная луна. Сейчас посмотрю. Хрен его знает, кто ты для меня, да? Вот реально, хрен его знает, кто ты. Или он просто с лунными энергиями раскормленный.
Ясно, короче, это мужик, который заставляет вас страдать. Вот смотрите, Луна, да, как бы туз Пентакли. То есть получается, через какие-то страдания, возможно, через и вашу, опять же, раскормленную Луну, как бы, да, вы выходите вот в это как бы состояние ценности. У вас вот через преодоление, через какие-то страдания появляется ценность собственных эмоций, ценность своего внутреннего мира. Может быть, он просто будет у вас драматическую актрису, и вы через эту драму, понимаете, да, на активированном ресурсе, я уж не знаю, чего там, раздражения, гнева и так далее, деньги зарабатываете, да, такое тоже может быть. То есть вот поэтому, как бы, на самом деле, вас деньги связывают. Что еще? Кто он еще для вас? Любимый все-таки мужчина, да? Все-таки любимый мужчина. Что еще? Ценный, кстати, ценный любимый мужчина. Ладно. Есть ценность, оказывается. Угу. А ну и что значит для вашего любимого мужчины, да, как он видит отношения? Да, да. Считает ли он что-то, что-то их разрушает? Считает ли он, что у вас состояние кризиса? Ему, короче, давайте по-честному, что это зона комфорта. Умеренность – зона комфорта. То есть он так, вот видите, нам показывает, либо это достаточно длительные отношения уже, потому что там и корни проросли у нас, да, в боже жезлов. И здесь как бы нам показывают, да, что он такой подвешивает в состоянии умеренности. Что за отношения? А с вашей, ну, а вы как считаете, что за отношения у вас? Все хорошо, говорит. Девятка кубков. То, что я всегда хотела, исполнение моих желаний. Все хорошо, такое кайфожорство. Эмоционально вас это все включает и зажигает. Еще раз. А как он считает, что портит ваши отношения? О чем здесь? С чьей стороны? Он говорит, любовь ушла. Любовь ушла. Или у него мысли о новой любви, понимаете, какой-то. А с вашей стороны что? Как вы считаете, да, что портит отношения? Вам кажется, что вы сами все портите, да? Вы прям запутались, вы в каком-то тупике. Угу. Ощущение, что вы просто либо сами проблемы создаете на пустом месте, ненадуманные. Это какое-то ощущение самообмана. У вас и глаза тут завязаны, еще тут что-то. Вот реально, да, ощущение, что вас обманывают. То есть вам дают как бы иллюзию того, что все хорошо, на самом деле нет. Что там у человека, собственно, своя жизнь, и он там как-то сильно вы ему как бы нахрен не нужны. Простите. Вы страдаете, он нет. Это он вас, ну, любимый человек, он вас как бы любимая женщина. Я не вижу, чтобы он видел это вас. Жестокий, да, расклад сам по себе? Хорошо. А что вас держит вместе? Как он себя считает? Сам не знаю, что ли, дурак. Девятка пентаклей. Ваша глупость. Он считает, что он вами управляет. Понятно. Что держит? Он вами управляет. Угу. А вы считаете, что вас держит вместе? Деньги, проект, стабильность.
У меня ощущение, что что вам реально нужен этот человек, чтобы он перекрывал вам ваш финансовый ресурс. Давайте так. А он перекрывает вам ваш рост и финансовый ресурс? Да? Да. Вот с этим человеком вы привыкли рассчитывать на меньшее. Тут либо может быть подавление вашей самооценки, может быть. То есть вам как бы показывают какие-то перспективы, проекты и так далее, но это всего лишь троечка пентаклей. А вы как будто вот подсознательно знаете, что вы можете рассчитывать на больше. Но явно не с этим человеком, потому что он как бы вас-то сильно не заинтересован. У него есть, собственно, его какая-то там условно золотая середина, да, его болотце. Он оттуда как бы, собственно, вылезать-то сильно не будет. И, ну, видимо, там тащит вас тоже вот по девятке пентаклей. Что еще вас держит вместе? Любовь к деньгам или к ресурсам чужим? Прикольно, да? С вашей стороны отношения есть, с его стороны отношений нет. Вообще удобно. Дети, кстати, еще могут держать, да? Давайте так. А как он в дальнейшем видит отношения с вами? Никак, он не хочет их. А вы? Вы влюбленная дурочка. А у вас туз кубков. У него пятерка кубков, да? Ощущение апатии, потери и так далее. А вы тут прям готовы фонтанировать своей любовью. Хорошо. Чувства есть по отношению к вам? Нет, он в новое хочет идти. Смотрите, он вас хочет, как бы, видимо, как старое что-то выкинуть, оставить и в новое. А при каких условиях он пойдет в новое? Понятно. Ощущение, что он провоцирует конфликты с вами, чтобы, видимо, как это сказать, хлопнуть дверью, как бы и свалить. Так. Ну, что-то его не пускает, понимаете, что-то в голове. Может, голоса какие-нибудь там, шизофрения еще. Мне не нравится этот мужчина, правда. Он какой-то скользкий очень. Я, конечно, не могу там выносить вердикт, это ваш любимый мужчина, вы сейчас на меня обидите со всех сторон по третьему варианту, но мне реально не нравится. У меня прям аж прям какой-то ком неприятный в горле. И тем более вы сами себя вините, да, что со мной что-то не так, да, что у нас там отношения не ладятся. Хорошо, считает ли он, что у вас кризис в отношениях сейчас? Ну, видимо, да. Найти бы баланс, но, видимо, еще женщины дополнительные есть, да. Давайте, а что там у него по отношению к другим женщинам? Есть какие-нибудь эти потуги? Да, он что-то скрывает от вас. Что скрывает? Да, скрывает какую-то женщину, смотрите. Скрывает, скрывает. И что там эта женщина, которая королева мечей? Она, слушайте, либо разведенная, да? Ну вот, вы прям не догадываетесь. И он прям с ней видит перспективы для себя. Может, бывшая женщина его, да? Он там связь какую-то пытается наладить с ней, видите? Алло, алло, там выходит на контакт, пытается, да? А вы в дальнейшем как видите эту всю историю для себя? Я все смогу, у меня все получится. Вот давай, пожалуйста, вот это попробуем. Ну вот это вы заинтересованные. Тут я вообще не вижу никакого интереса в вашу сторону сейчас. Сразу мне эта зависимость показали, сразу обвился. Надо было все-таки вот в эту сторону-то как-то пахать нам наше поле. Ладно, что скажет? Вторую ночь, хотя мне так вообще все понятно более чем. Хотя бы какие-то теплые чувства у него есть по отношению к вам? Теплые чувства есть по отношению к вам? Нет.
Ну, карта отшельника, какие теплые чувства. Теплые чувства он только к себе испытывает. Все, мы разные люди, мы все никак договориться не можем. То есть на самом деле это холодная война. Я ухожу в себя, да, чтобы не разговаривать с тобой. Почему? Почему не хочешь с вами разговаривать, прояснять ситуацию? Ну потому что, знаете, это всегда очень больно и неприятно признать, что ничего у вас нет, кроме стабильности, да? Которая вас вполне возможно держит вместе. Может быть, он просто боится сказать вам обидные слова. Там, а что будет вообще, если он скажет, понимаете, вам эти обидные слова? Что будет? А все закончится. А он нет, не хочет. Зачем ему, чтобы все закончилось? Так, ладно. А вы к нему какие-то нежные чувства испытываете? Вы в него, видимо, да, как с головой пытаетесь окунуться. Семерка мечей. Императрица перевернутая. Девчоночки мои, но это жертва. Это все-таки мы по третьему варианту нещадно жертвим. Простите меня, пожалуйста. Потому что это просто какое-то ощущение обиды, да, что ты не видишь меня там красивой или там любимой женщиной, да, но при этом я ничего не делаю и продолжаю тебя любить, как своего тирана, понимаете, вот в этой ситуации. А мы за мужчин, знаете, почему держимся? Потому что мы боимся, скорее всего, быть красивыми, успешными, там, собственно, зарабатывать деньги, быть счастливыми. Понимаете, ключевой момент быть счастливыми. Поэтому мы выбираем человека, который явно не делает нас счастливыми. Королева Пентакли у нас переворачивается, императрица. А может быть, вы еще, знаете, боитесь мнения окружающих, которые скажут, ой, что ты развелась там, или ой, а что он там тебя бросил? Вот в таком ключе, потому что ощущение, что ну, вы как будто держитесь за какую-то иллюзию. Угу. Иллюзия того, что я управляю ситуацией. Вы как будто считаете, что это вы виноват в происходящем. Давайте, совет от высших сил. Что он там дальше планирует? Какое-то развитие? Хорош. Серьезно? Короче, тут смотрите, какой момент. Тут уже вмешиваются высшие силы. И вот либо он действительно идет и вам делает предложение, либо тут что-то у нас должно произойти. Либо это будет какая-то новая любовь, понимаете? Однозначно какие-то новые чувства и эмоции. Интересно, конечно. Девки пляжут. А что там все высшие силы-то? Хотят, чтобы вы вместе были? Нет, это не ваш мужчина однозначно. Ну, видимо, все уже как-то. Корни. Хлопья летят наверх, да? Корни растут наверх. Мужчина ваш перекрывает очень сильно. Так, давайте. А совет вам от высших. Разбейте, пожалуйста, с помощью нейроведьмы свои розовые очки стеклами внутрь. Сделайте, пожалуйста, себе больно. Но не потому, что вас вселенная, боженька, нейроведьма не любит, а потому, что вы сами себя не любите в этой ситуации. Что тебе говорит твоя интуиция? Ты чувствуешь любовь от этого человека по отношению к себе? Как давно ты перестала ее чувствовать? Почему ты прям бежишь, да? Закрываешь прям глаза? Почему ты придумываешь какие-то отмазки там? Какие отмазки? Мы живем, да, в состоянии иллюзии относительно себя. Опять у вас начинается, да, что-то из серии, что мы будем вместе кармически. Нет, не кармически. Просто вот человек вам был для роста, кто-то кого-то перерос, нужно идти дальше. Так, Монара, что вас держит вместе?
Жрица, понимаете, предлагает посмотреть со стороны. Включить себе вот эту красивую, спокойную, степенную белую тигрицу. А независимую девочку, которая боится, да, что ее там бросят или еще что-то, хватается за все что угодно, только не за себя. Чего вас там держит? Формат 18+, смотрим. Но тут кто-то явно доминирует в этой ситуации, ему это нравится. Явно не вы. Вас держит иллюзия семьи, понимаете? Просто социальная одобряемая история, иллюзия семьи. Все. Ну, я так понимаю, что люди близкие, да, которые вас знают, может быть, они осознают вообще, что кризис. Давайте так еще. А он вообще осознает, что у вас кризис в отношениях? Да. Но он закрылся. Он не будет открываться, не будет что-то пытаться сделать. А вы осознаете, что у вас кризис в отношениях? Да нет, конечно. Боже, у вас все хорошо. Все хорошо. Что я могу сказать? Что я могу сказать в этой всей истории? Нравится, да, чтобы вами манипулировали? Нравится, когда с вами обращаются хуже, чем вы того заслуживаете? Что разрушает наши отношения? По третьему варианту, ваша низкая самооценка. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.